Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия. Русский сервер, как видите, есть Огник. Судя по всему, с такой силой аккаунт донатный, ну, тем более русский сервер. Тут без этого никак. Это там не Тайвань и прочий сервер. Да, есть немножко. Треть Минотавра у него уже есть. Ну, довольно-таки неплохо. Сейчас вообще можно до Минотавра не дойти, собрать фуловый акк. То есть вот так вот. Минотавр самый дорогой получается у нас. Так, забираем плюхи. Находится он в гильдии взрослые люди. Первые места битва гильдии атака фортов. 12.00. БГ минималка плюс 600 к силе. Прием через телегу. Лара Лейла. Кидайте заявочки, вступайте. Русский Android сервер. Так, ну у нас сегодня намечается роллинг, будем ролить недостающих героев, сейчас посмотрим, что у него нету. Обоса нету, это хорошо. Анубис? Не, Анубис есть или нету? Не, он серенький, его нету. Фига себе, Анубиса нету, Стрелка нету. Да ладно. Командора, Трифит, Медуза. Свален, Махатма, Домохолода, Рогатка. О, да тут дофига героев надо. Видимо, недавно аккаунт где-то начал качать, потому что реально дофигища героев нету. Это хорошо. Это реально хорошо. Так, ну что, поехали. Сегодня у нас нету никаких акций на трату. То есть ничего такого нету. Только заработай на героях. Сейчас посмотрим. Нанимая героев. Ну, попробуем что-то вытащить интересное. 510к. Ну, конечно, 300 героев. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится за 50к и вернуть 10к назад обратно. Так, ну, поехали. 450. Леди Лео. Пожалуйста, ребята, вот так вот. Поздравляю, у тебя теперь есть неплохой герой для PvP-локаций. Фобушка. Ну блин, надо Стрелок и Анубис, хотя это странно говорить, уже давным-давно эти герои никому нафиг не нужны. Но если вот, ну, сразу показатель того, что начинающие Стрелка давали, Анубиса тоже получили многие, то есть сразу видно, что аккаунт молодой. Так, неплохо, неплохо, Триантик, давайте до 60к и пойдем в рейд, а то что-то... Что-то печальненько, рыцарь. Попробуем нашу тактику рейдов. У него довольно-таки неплохие герои. Поэтому ему париться. Ну, конечно, Стрелок и Анубис однозначно нужны. С этими героями подземочки. Интересно, как у него подземки пройдены. У него-то герои классные, но интересно, что по подземках у него. Блин, кошмарка. Недофармлено, завис. Странно, странно. С такими героями, в принципе, сейчас глянем, что там у него с тыковкой делается. Попробуем еще зафармить подземочку. Я попросил он с талантиками посмотреть. Так, ну магазинки это, конечно, круто. Медуза, отлично. Медузка это хорошо. Тоже у нас недостающий герой. Огонь. Поздравляю. Медузка тоже есть. Фобушку тоже откроем. Такс. Давай, рандомчик. Нам надо дофига. Королева Оз. У него, по-моему, она есть. Сейчас глянем. Фараон. Но... Дай Стрелка, либо Анубиса. Ну, Стрелок, Анубис, они, в принципе, уже падают довольно-таки неплохо. Так, что там с королевой Ос у него? Где-то долбанная Оса. Это уже пропустил я ее. Где-то мы ее уже потеряли. А вроде в нижних рядах. Что-то то ли я втыкаю, давненько я уже не заходил сюда.
Не смотрел, где какой герой. А, есть, все. То она у меня последняя. Немножко поменены ряды. Такс. Ну, рандомчик. Варлок. Королева Гарпий. Трифид. Ледяха. Нифига себе. Блин, ну круто нападало. Но у него эти герои есть. Еще одна королева. Да вы издеваетесь. Фея. Такс. Сейчас глянем. Трифида я не помню. Есть, нету. Зелененький третий герой. Отлично. Любой герой хорош на таких аккаунтах, так как он дает возможность прокачивать дальше на аккаунте силу и скиллы. Без этого реально никак, если у вас не будет очей. Суккуб сразу же падает. Поехали в, в рандомчик. Поехали в рейды. Ну, для его силы охник. Что еще надо реально на таких аккаунтах? Интересно, а что у него по другим героям собрано уже? 37, да, видно, Лис, вот, вот недавно начал, потому что многие герои недавний донат, поэтому остальных так много нету. 170 Зефира, очень рядом. Ну, видите, то, о чем я говорил, что сейчас намного проще собрать всех героев и не дойти до Минотавра даже. Душек. Одержимый, Асура, Тесса, Эковка, блин, Стрелок Анубис, вы о чем, бочка? Смертушка, а ну посмотрим, заработай на героях. Наверное, вряд ли тут дофига надо. 272, хотя нет, в принципе. До 300 сейчас вернем обраточку. Неплохо. Поехали. Хранитель. Да блин, Рино. Что, издеваетесь там, что ли? Дракос. Ну, вот так вот мы 17к... Как он просил, оставили. Но мы себе начитарили еще 10-150. 326. И сейчас еще попробуем с вами. Так, 326. Вот так вот, ребятушки. Тоже неплохая, кстати, тема. Еще бы не пришли вовремя все. Так, идем пока посмотрим на тыковку его. Что у него по тыкве и что он не может пройти. Так, а что я не вижу, он тыкву что вообще не качает. Не понял вообще прикола. Не, ну тыква есть. То ли я уже слепой, то ли он ее слил. Как это? Да ладно. Че, реально тыкву слил? Жесть. Это че за прикол? Я в шоке, честно говоря. Ладно. Поехали дальше. Реально жесткий аккаунт. Без тыквы. Или может у него какой-то челлендж? Ну реально я тыкву не наблюдаю. Такс, ну что это такое, череп? Ну вы что, угораете, что ли? Рыцарь. Оккультист. Ну, оккультист у него есть. Блин, ну, в общем, вот так вот.
Не знаю, конечно, круто. Выбили Фобушку, там пару недостающих героев. Ну, блин, стрелка нету, этого нету. Я что-то вообще в панике, не могу понять этого аккаунта. Поехали, сделаем вот так. Как видите, нифига, нифига нам не упало с того, что надо. Так, хорошо, поехали. Я хочу посмотреть, в чем проблема ему пройти эту подземку. Без тыквы, я не знаю, конечно, сложновато тут будет, но с другой стороны, по идее, с его героями тут даже так, наверное, с магией можно без проблем пройти. У него герои дамажат офигенно. Проблем не должно быть. Знаю, странно как-то. Что-то вообще нереально странный аккаунт, как по мне. Он должен их просто шатать всех. Самое главное, чтобы Ронина не слили. Если Ронин сейчас пойдет дальше, в принципе, без проблем. Должен затащить. Вот я затащил ее. Анубисов посливали. Как-то странно. Вообще не могу понять, что за фигня. Почему он до сих пор не попроходил с такими-то героями? Или он... Я не знаю, но тыквы нету на аккаунте. В алтаре я ее не вижу. Ну, это такое. Самое главное, что мы прошли ему подземку. Как-то очень странно все. Согласитесь, вообще нереально. Давайте, добивайте уже. Красавчики. Ну, на 3 звезды прошли. Дальше, думаю, он сам сможет пройти. Ну, с такими героями это вообще не проблема. Как-то, ну, блин, фиг его знает. Не знаю, в общем. Как-то очень, очень все странно. Причем мы без магии прошли даже. Это раньше когда-то была проблема пройти кошмарку. Сейчас вообще я не вижу никаких проблем в прохождениях. Можно сюда еще ворожая кинуть. Добавить. Ну, в принципе, и без ворожая должны без проблем пройти. Райку сейчас, наверное, ушатают. Огник один будет долго. Хотя, в принципе, Ронин есть. Должны и так затащить. В общем, чудеса, ребят. Реально чудеса на аккаунте. Очень странно все. Подземки не пройдены. Хотя он давным-давно должен был их уже зафармить. Но я думаю, дальше он справится. Без магии я прохожу его героями. Он с магией по-любому должен до 8-х дойти, как минимум. Сейчас посмотрим еще что с талантами на аккаунте. Но нереально чудеса. Так, добивайте, давайте уже на 3 звезды. Как-то странно, вроде казалось бы, Ронин вниз побежит ему ближе сюда, но нифига. Да, Ронька, конечно, на подземках тащит. Не говори, но Ронька. Ронька еще тащит. Так, смотрим. СО, в принципе, как вариант, можно и огненку, но он взял вальс, поставил. А, Баст Пакт.
Ну, баст я бы не качал, поменял на что-то другое. Ремка СО, в принципе, вариант неплохой. Неплохо. Тут огненка. Сейчас огненки многим героям, если в топ выходить. ПВшка однозначно нет. Огненка лучше. Огненка. Там, где СО, короче, там все можно менять огненкой. Намного проще жизнь будет. Так, ну тут надо ПДшку ставить. Проклятый доспех, либо огненку, когда будет талантик, точнее талантик, я говорю, скин, потому что по-другому никак. Такс, тут однозначно это убирать, ставить раскол для архидемона. Тут можно ремку поставить, тут можно поставить ремку, можно поставить ПДшку, такой вариант будет неплохой, это можно не качать. Тут вместо живы надо атакующий вариант на битву гильдий. Тут надо ставить опять тот же самый раскол. Огненка, ремка плюс ожива, когда будет скин. Тут можно ремку ставить, тут можно ПДшку ремку, это качать не надо. Тут можно на урон поставить, тут однозначно огненка. Огненка, тут огненка, ремка потом. Тут тоже вариант ремка, хватает с головой купидон. Ремка, ремка, ремку тоже ставить. Тут ремку можно, фобушку. Вариант для ПВП можно ремка плюс другая эмблема. Ну, у меня, допустим, СО огненка мне хватает. Ну и, конечно же, надо, блин, тыковку. Мы вытащили тыкву, тыкве. Это, наверное, самый крутой подарок на аккаунт, нежели то, что ты хотел, там выбивал. С тыквой у тебя намного проще все будет. Я не знаю, где она делась на этом аккаунте. Ну вот еще одна тыква. Тыкву однозначно качай. Без тыквы никак. Для тыквы надо исцеление ставить. Может, есть на складе, сейчас глянем. Думаю, есть. Вот 10 исцелений. Клэш вот так вот и однозначно качаешь. Там уже дальше по камням. Потолок и прокачиваешь без тыквы. Ты ничего фармить нормально не сможешь. В общем, такой вот, ребятушки, странный аккаунт. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.